Вы это видите? Ну вот оно. Вот оно счастье. Ну вот и пляжик. Вот мы уже и дошли. Друзья, привет! Снова мы на пляжном поиске. На пляжном подводном поиске. Сегодня пройдемся с эквиноксом 800-м и с кубом. Ссылку оставлю тоже, где приобретал. И вот на нем алюминиевая ручка, тоже сам делал. Если кому интересно, оставлю, ну, где-нибудь или вверху, или в конце, под видео, вернее, в описании, как я делал эту ручку и из чего, и что именно внутри, что она не тонет. Вот, ну и эквинокс от фирмы MyLab. Брал здесь в Украине с официальной гарантией. Ссылку тоже оставлю под этим видео в описании. Смотрите, кому интересно. И в море, и на глубину опускался, и все. Это у меня, как многие говорят, это не вода, ничего. Это просто еще до сих пор пленка наклеена. Вот. Поэтому вот такая вот на экранчике катавасия, скажем так. Металлоискателей у меня много, я могу чередовать, поэтому есть и Экскалибур, тоже, кстати, от фирмы MyLab, неубиваемый прибор, у меня уже, наверное, лет 10. В общем, много болтаем, пойдемте воду поищем. В этом же магазине приобретал вот такую еще на уши катушки усилитель. Тоже спрашивайте, потому что слабоваты на эквиноксе ушки и нужно усилить. Для пресной воды у меня стоит программа Парк 1. Хотя для пресной воды в принципе подходит большинство программ. Можно даже пляж 2. Но на пляже 2, как говорят, если честно, я не большой специалист. Так, немножко чувствительность можно и убрать. На 18 поставлю, чтобы было меньше ложных сигналов. Ну, как говорят, что на программе пляж 2 плохо видит тонкие цепочки золотые. Так, первый сигнальчик. Давайте достану, потом уже покажу, конечно же. Ну вот снова вторая попытка неудачна. Давайте я достану, потом уже буду показывать, потому что рыть котлован и вам показывать не вижу никакого смысла, да и вам не особо интересно, как я вот так мажу мимо цели. Так что достану и покажу. Здесь песок промывается очень легко. У нас пробочка алюминиевая, старая совдеповская пробка. Идем дальше. Пятнадцать у нас на дисплее. Сейчас будем смотреть с вами. И снова, если буду вот так вот косячить, это все из-за большой катушки. То уже покажу, когда достану находку. Так что как-то так. То ли глубоко, то ли совсем. Вот это красота. Наверное, сейчас я камеру проверю. Секунду. Все-таки, наверное, это было глубоко. Поэтому с первого раза я не смог взять. Цепочка. И это, походу, серебряная.
И она еще и застегнутая. Замок заржавел. Ну, замулился или как он там. Все, давайте в конце обязательно находочки покажу. Ну вот, вот это начало. Идем дальше. Еще даже в глубину не зашел. Сигнал за сигналом просто. И снова не взял. Совсем по-другому катушка, чем на мече показывает. Все-таки нужно снайперку ставить. Совсем, совсем неудобно. Вот, только взял. Ну, в принципе, со второго раза тоже. Это зачет. И на мече бывало такое. 10 копеек у нас. Так, ну, пока в глубину даже и не заходим. Очередные 10 копеек. Продолжаем. 50 копеек. Очередной полтинник. У нас монета. О, это 2 гривны, смотрите. 2 гривночки. Продолжаем. Полтинник. 50 копеек. Вот не ставил, я уже рассказывал и рассказываю, не ставил я ни бокс, ни герметизировал, ничего не делал. Перед входом проверяю затяжку наушников, затяжку катушки и все. Производитель гарантирует, сигнальчик у нас, производитель гарантирует до 3 метров погружения, гарантия 3 года официальная. Даже если что-то случится, отправил, получил. Но я об этом уже говорил. Ну, кто-то умеет копать камушек и 10 копеек. В общем, как-то так. Походим, поищем. У нас. О, ай, укололся. Это с купальника. Вот таких вещей я уже как-то показывал. Тоже уже пол ведра. И с застежками, и без застежек, и с камушками. Очень много повторяющихся. Ну, это ширпотреб. Купальники продаются. Заколки одинаковые, их тысячи. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Это колечко с палатки, походу. Ну вот, с первого раза и такое бывает. 10 копеек. Монета Украины. Ну, вроде у нас вот под самыми камышами практически. И не глубоко. Вы это видите? Ну вот оно. Вот оно счастье. Оп. Хотел сказать, вот оно счастье копателя. Оказывается, походу, несчастье копателя. Колечко, друзья. Но оно не золотое. В общем, давайте выйдем, действительно. Я четко посмотрю. Вот такое кольцо. Так, немножко развернемся, пойдем в обратную сторону. Взяли. Вот оно, что мы взяли. Бич пляжных копателей. Вода теплая, класс. Еще погода не испортилась.
Еще тепло-тепло, еще копать и копать. Так что, друзья, подписывайтесь. У нас еще поисков будет неимоверно. О, большая красивая монета. И причем свежая. Гривна Украины. Продолжаем. 50 копеек. Тоже свеженькие. Попытка номер 5. 50 копеек. Роешь, роешь. Вот здесь такой обрыв уже. Так что особо глубоко здесь заходить не получится. Его взяли. Ну как глубоко? Не глубоко, не так сказал. Особо далеко от берега. 50 копеек. Сейчас вот здесь еще проверим и будем заканчивать. Я сокращаю... Секунду. А, это на скуп. Я сокращаю видео. Потому что если вот так показывать, вот вам, во-первых, не видно металлоискателя. А вот так ходишь, 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 ходишь. О чем только не думаешь. Тишина. Раз сигнал. Ну, так что сокращаем, конечно, видео, монтирую. По-другому никак, а то будем затягивать, кому оно надо. В принципе, уже выхожу, и у нас сигнал. И взяли. Монета. Полтинничек. Все. Будем выдвигаться на берег уже. Вот уже иду по кромочке, по этой. И сигнальчик. И неплохой. Такой чистенький. Наверное, что-то глубже лежит. Секунду. Вот здесь. Вот здесь. Давайте это будет уже... О, взяли завершающий. А что, так раз и золотое кольцо. Под конец, да? Нет, это 10 копеек. Пойдемте. Находочки посмотрим. Итак, друзья, по находочкам сегодняшним. Смотрите. Мусор совсем мало. Монет много, но монеты практически все свежие. Видите? Старые вот немножко полежало, а так все чистенькие. Ну, не так давно лежат. Скажем так, не меньше года точно. Бижутерия. Скупальничка. И колечко. Даже сразу начал говорить. Вот что ждут все поисковики, чего мы ищем. Нет, друзья, абсолютно фуфло, блин. Бижутерия бижутерией. А сердечко ёкнуло. Вот так всегда бывает. Даже не радуюсь уже в последнее время. Пока не выйду, не проверю. Потому что такой фигни очень и очень много. К сожалению. Подделки этой. Ну и все-таки без ювелирки я не остался. Посмотрите, какая шикарная цепочка. И какой шикарный красивый крестик. Это серебряная. И цепочка, и крестик. Замочек даже не расстегнут был. Ну, видать, с головы слетело просто. Ныряли, купались. Серебро. Вот такой сегодня поиск, друзья. Это еще не последний, мы здесь отдыхаем. Еще будут выходы. Людей еще много, люди отдыхают, гуляют. Наслаждаются отличными теплыми деньками. Серебро есть, это хорошо, но мы ищем золото, и мы его обязательно найдем. Ведь кто ищет, тот обязательно найдет. Рано или поздно. Удача будет. Главное верить и искать. Всем здоровья, пока. До следующего видео. Подпишись вот сюда. На вот этот...